Добрый день, коллеги. Вот сегодня я второй раз за месяц избавлен от необходимости поливать у себя в саду. Вот тут у меня инжир, который многолетний инжир, который растет на входе в дом. В этом году не поливался вообще ни разу, потому что корни уходят под опорную бетонную стенку. И, как говорится, чувствует себя великолепно. Сейчас приблизим, посмотрим, что у нас на листьях. Ну, вот видим красивый чистый лист, образовавшиеся фигушки. Когда-то один из знатоков инжира украинских на виноградном форуме увидел на этом кустике листик с межжелковыми желтыми просветлениями и вынес вердикт этому инжиру. Вирус мозаики однозначно. Но, как видим, никакого вируса нет. Все с кустиком хорошо. В этом году я его на 50% почикал. Готовлю его к перепрививке другими сортами. То есть на входе в дом. Сейчас один сорт уже привитый, плодоносит на нем. Сабруция розовая. Но я планирую еще штук 5-6, как минимум, привить на этот кустик. Вот для этого поэтапно удаляю многолетние побеги толстые, оставляю 1-2 сантиметра, чтобы удобно было прививать. Ну, это, как говорится, урожай. Соберу на варенье, потому что убираю по двум причинам. Фиги мелкие для употребления в свежем виде, приторные. Для меня, для моей семьи приторные. И есть еще одна причина, веская. В жаркие сезоны, а у нас уже третий год подряд жара стоит летом, сухая жара, фиги частично закисают, где-то процентов 30-40, и собирать неудобно, и урожайность падает. То есть все-таки этот куст решил заменить. Спасибо всем за внимание.